Здарова, громоньяки, с вами Джейсон и канал True Many Games. Мы продолжаем Evil Within 2. Сейчас нам нужно пробраться через остатки Юниона, чтобы добраться до убежища господина... Как его там звали-то? Короче, больного ублюдка-пастыря. Зачем нам его имя, когда он действительно болен? Жалко мне только Сайкса. Ну и, конечно, нашу милую девушку, с которой я не успел так поближе познакомиться. Она мне уже нравилась. Это испанская воительница по имени, опять же, не помню, как ее зовут. К сожалению, у меня плохая память на имена. Но она оставила завещание. Она оставила нам автомат после себя. Сейчас пробираться через тоннели сети, конечно же, меня напрягает. А, нет, я вышел-таки, наоборот. Я был в сети и вышел из сети. Боже мой, у меня голова идет кругом от этого всего происходящего. Кофейку? Неужели он мне действительно необходим? Я думал, у меня фулл хп. Я ошибался, судя по всему. Ну, взбодрись. Это одна из тех немалых вещей, которые вообще... О, ачивку дали, кофеман. Которые здесь доступны тебе в усладу. Ну, давайте зайдем посмотрим, что у нас там по деталям и по... Мяу. Мяу. Что у нас по деталям? 490 деталей. Ну, чтобы мне прокачать до максимума мой любимый пистолет, мне надо их аж 800 штук. Буду копить. Так, апогелю 2850, хочу сказать, делать там нечего на это. Зря сюда зашел. Извиняюсь, прям поклон-поклон до колен вам сейчас отвешу. Сейчас, подождите, придется игру на паузу поставить, шучу. Конечно, не смешно, но шучу. Выходим нахрен на улицу, нам нужно добраться до отеля. Мне казалось, у этого парня была голова раньше. Но этой запчасти здесь явно раньше не было. Боюсь представить, что сейчас творится на улицах Юниона. Все преклоняются огню. Ну, по-моему, им плевать, чему преклоняться. Это и впрямь крепость. Что там происходит, Себастьян? Там жопа полная. Она как будто еще больше дестабилизировалась. Ты и половины не знаешь. То есть ты с этим как-то связан? Я бы не стал ничего делать просто так. Я покончу с этим раз и навсегда. Я спасу Лили. И на этот раз у меня есть все, что нужно. Удачи, Себастьян. Держи меня в курсе, ладно? Кинман, мне тут такая знать, новость. Что происходит, чтобы иметь возможность снова тебе помочь. Ты меня понял? Да. Буду на связи. Такая штука, Торос умерла, понимаешь? Прими его пламя! А какого хрена ты жив? Вас таких много, что ли, здесь? Мне казалось, я убил тебя, Лем. А это не Лем, это, возможно, еще один. Какой-то негодяй, блин, жесть, конечно. Вопрос только, куда мне теперь нужно попасть? В убежище зеркала твердыни. В деловом квартале. Ну, я так полагаю, что это все-таки вот эта отметка. Здесь, в принципе, недалеко. Поэтому есть возможность, ну и... попробовать туда добраться. Возможно, может быть, убить этого парня, чтобы достать у нее запчасти. Прости меня, отец, я потерял его. Ты что, за мной опять пошел? Я не думаю, что ты полезешь на крышу, парень. Да, вот эти замки, которые я просрал, грубо говоря. Блин, кого здесь только нет.
Не понял. Ха-ха-ха. Да пошли вы в жопу, ребят. Мы так-то не договаривались. Да ладно, не убежишь, я убегу от кого угодно. Жирный. Прикольно. Не попал. Я надеюсь, вам больно. Кого-то слышу рядом, опять жирный. Где там чё? Там убитый сотрудник Мебиуса. Можно было, конечно, станцевать с ним танго, но... К чему нам это? Этот бомбер, блин, бомберы встречаются очень часто. В подобных играх всегда, когда кто-то мутирует, обязательно есть какой-нибудь поганище, который взрывается. Я не думаю, что у нас получится к нему так вот аккуратненько подойти. Блин, жопа-то какая. Прям подстава с двух сторон. И машинка так стоит. Он пошел проверять. Нужно быть потише. Да я так, мне кажется, тихо. Ну, взорвался. А он, кстати, того парня тоже убил. Нет, не убил, тот встал. Ты не понял, в чем дело, видимо. Что за хрень, почему здесь все взорвалось? Мне будет... Я буду тебе очень признателен, если ты сейчас не загоришься. Спасибо тебе, друг. А тебе бы лучше потухнуть прямо сейчас. Вот такая вот идиотическая ситуация. Да ну тебя в жопу. Ну, все относительно неплохо у нас получилось. Относительно. Все в этом мире относительно. Бедный, бедный мужик. Ой, там еще одна гадость ходит. Блин, не надо касцену, не надо, нет, давай быстрее. Подсумок, отлично, для винтовки, отлично, все, супер, я ништяк, я счастлив просто. Хорошо, что я, блин, не успел. О, что там такое происходит? Пипец просто. Я просто, блин, в шоке на самом деле. Чё он творит? Такой жести я не видел. Вместо того, чтобы подбежать к этому чуваку, он побежал к стене. Это, конечно, блин, гениально. И все вот эти улучшения, прокачки до выхода из критического состояния как-то меня сейчас вообще не радуют. Потому что они бездейственны и неэффективны. Но здесь же есть кофемашина, которой я бы мог воспользоваться сейчас во благо себе. Я, наверное, так и сделаю, чтобы не тратить аптечки. Ну, согласитесь, это логично. Убежище, в котором прятался бедняга Сайкс.
Благодарю вас великодушно за зеркало, за все труды. Выпьем чашечку кофе ароматного и пойдем дальше. Я бы на его месте все двери так за собой закрывал. Хотя нет, какой смысл закрывать их на замок. Нет, подожди, только что же вспыхнуло что-то. Как-то не близко, скажем, ваш убитый сотрудник Мёбиуса. Оно? Кажется, оно. Надо тут поаккуратнее. Я слышу выстрелы. Вот уже на 200% у нас есть деталей. Ну что, я все сломал, здесь ничего нет. Встречаться с ним, конечно, у меня нет никакой радости, скажем так. Здесь все в огне, мне кажется, он стережет как раз-таки вход. А он пошел туда. Ну, удачи тебе, друг. Мне туда не надо. Сохранялочка прошла. Алло, алло. Отели чисто, Хоффман. Ты как там, все настроила? Да, я готова. Ладно, Шуруй. Отправляю координаты. Шуруй сюда. Ну, вот и он. Что это? Портативный стабилизатор поля. О'Нил работал над этой штукой до того, как Теодор его изменил. Он создает небольшую зону стабилизации, которая оттолкнет пламя. Небольшую? Размером примерно с убежище. Достаточно, чтобы меня защитить. Отлично. Как это работает? А вот тут начинаются сложности. Это пробный экземпляр, так что может взбрыкнуть. Управлять буду я. Не хватало, чтобы он отказал посреди стены пламени. Я не могу тебе это позволить. Слишком опасно. Как и оставаться здесь, если у тебя ничего не выйдет? Мне надоело прятаться. Выбраться можно, только работая сообща. Иначе нам Лили не спасти. А потом, вдруг тебе понадобится экстренный психоанализ. К кому обратишься? А ты умеешь убеждать, Хоффман. Конечно, она еще и шутит в таких обстоятельствах. В таких обстоятельствах. Ну, да, тебе может понадобиться время. Скажи, когда будешь готов. Я тут посмотрю, что вокруг. Я вот пособираю припасики, прокачаю, сейчас скажу, пистолетик там себе. Может, боеприпасов тут поищу и создам для себя что-нибудь полезное. Дневник Хоффман. Может быть, мне сесть на кресле где-нибудь здесь отдохнуть. Оно все еще выдает запчасти, вы представляете? Я так понимаю, за стеной-то ходит этот большой страшный мазафака. Ой, голова вывалилась. А как она туда попала, кто мне скажет? Три раза стукни, получишь геля. Ну все, этот больше ничем нам не поделится с нами. Здесь ничего не припасли.
Представляете, он сейчас врывается сюда и разносит здесь все в пух и в прах. Нет, здесь все закрыто. Тогда нам в зазеркалье надо направиться, сохраниться там. И возвращаться сюда. Мяу. Говорит кошка. Оп. Есть у нас увеличение обоймы, скорострельности, огневая мощь. Сколько? 120. Пускай будет. Потратил все, что мог потратить. А, теперь могу в создание предметов окунуться, наверное, сделать себе патронов. 44 патрона могу себе создать, черт побери. Патроны для штурмовой винтовки. Вопрос, что лучше, да? Сколько всего у меня? Допустим, 15 патронов для пистолета. Ну и патронов так, наверное, 30 для винтовки. Ну, на еще один магазин. Так, ну для дробовика с собой кое-что есть. Криоболтов вот нет совсем. Хотя штука теоретически полезна. Так, и аптечку создать. Может быть, создать пару шприцов. Все, больше не хватает, травы не хватает. С ума сойти. Кто бы мог подумать. Нужно найти баллон с горючим. Чтобы его найти, мне кажется, нужно убить еще одного огнеметчика, как минимум. Все детали я потратил. 6700 гелия. По-моему, ключей у меня я не находил. Ну, поскольку... Детектив Кастелланос, всегда рада повидаться. Взаимно, взаимен. Поскольку я не находил ни одной статуи, пробегал локация. Поэтому ключей у нас нет. На 6700 геля, чтобы купить. Может быть, проапгрейдить себе еще здоровье. А здесь стоит 7500. Регенерация увеличит общее количество здоровья, восстановленного на состояние близкого к смерти. 110%, и за это они хотят 4000 получить. 8000, 7500. В атлетизме ничего интересного нет. 10000, 12000. Прикольно. Восстановление. 4000. Ну, пускай будет так. Огромного мерси за улучшение. И мы сохраняемся и идем дальше в бой. Я готов, дорогуша. Ты готов, Себастьян? Ладно, Хоффман. Давай начнем. Хорошо. Давай станцуем иди с тобой, первый. Рок. Хорошо, иди первый. Я буду нести его и управлять им. Он защитит нас от огня, но не от тварей, что попытаются нас убить. Не бойся, я с ними разберусь. Ну, погнали. Эх. Неужто оно работает? Действительно, оно работает. Работает! Главное, оставайся внутри сферы. Пошли. А может, мы побыстрее пойдем, как ты считаешь? Просто пробежим здесь и все. Я вижу, он встает. Один прорывается! Разберусь! Минус! Ой, дай мне кучу патронов. Слушай, а нахрена я их создавал-то, если ты такая добрая деваха?
Берегись, где? Хоффман! Где? Это ты меня береги! Я-то не вижу, я только слышу его. Они повсюду! Минусанул. Где там кто? Минусанул. Давай патрон сюда. Пойдем дальше. Кажется, все. Далеко еще? Кажется, давай. Что еще идти? Шурум-бурум. Он хочет нас пропускать. Ну и хорошо. Значит, он боится. Че хорошего? Мне вообще нехорошо, мне здесь некомфортно. Я ж ни хрена не вижу. Стена-то была небольшая. Он просто все здесь зажег. К какой-то матери. Не останавливайся! Мы почти у цели! Постой! Со стабилизатором что-то не так! Починить можешь? Попробую! Прикрой меня! Да я стараюсь! Где он? Все нормально! Пошли! Пронесло! Я же говорил, он может спрыгнуть! Сдохни, сдохни, будь добр! Не приставай к нам! Давай ты быстрее это будешь делать! Что пошла? Это мой шанс искупить вину перед Лили и всеми, кого я помогла втянуть в СТЭМ. Так что нет, не жалею. Отлично. Не главное, чтобы за спиной никого не было. Этим-то пофиг. Ну давай, 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 давай. Идем, идем, детка. Шевели помидорками-то. Черт. Хоффман, что происходит? Ты опять дуришь. Погоди. Становится очень жарко. Ну давай, включай. Ну же. Получилось. Надо уходить. Так ты его просто не настроил. Вот в чем все дело-то, а? Все, всех слили, минус Хоффман. Себастьян, ну как-то ты не по-геройски себя ведешь, конечно, мог на бегу отстреливаться, там, я не знаю, что-то сделать. Бросить им мину, взрывной болт, пальнуть из дробовика, ну, не знаю, что-то придумать. Они просто растеряны. Хотя. Он еще заплатит. Это же Себастьянос. Прикольно, игра закрылась.
Как-то здесь все разрушено, очень много укрытий, там цветы валяются, значит, порох, которым я мало пользуюсь, в принципе. И еще одни цветы. И записка. Писание Теодора. В котором он ведет речь о ядре, разумеется. Нам нужно добраться до самой верхушки, чтобы сразиться с ним. Я думаю, не так просто это будет сделать, и он нам будет всячески противостоять. Да, но теперь все по-другому. Ты от меня не уйдешь. Ну, я так понимаю, возможно, нет никакой разницы между тем, с какой стороны мы пойдем, слева или справа, потому что лифт по-любому не исправен. Здесь типа сейф-рума. Они хотят, чтобы я насоздавал себе просто хренову тучу патронов для винтовки. Ой-ой-ой. Не факт, что они не оживут, хотя вроде они пригвоздены. Но это еще ничто не гарантирует нам, как известно. Возможно, я вытащу из него эту трубу, а он встанет и убьет меня. Этот точно не встанет. А этот мог бы ручки ко мне потянуть, тогда был бы скример. Но они почему-то решили этого не делать. Странно. Ладно, валим отсюда. Я жду какой-то ловушки, которая мне сейчас на голову что-то уронит. Тебе не добраться, как и в тот раз, когда ты не смог ее спасти. Бесконечная лестница. Ты меня не сломаешь. Я не восприимчив к твоим этим долбанным психоштукам. Твой голос мне уже не внушит ничего. Да, я прав. Надеюсь, что я прав. Ты заставил меня подниматься по лестнице. Сукин ты сын. Ты ответишь за это. Почему ты так любишь огонь? Твои злоты будут умирать один за одним, потому что я так захотел. Опять перемещение в пространстве и времени. Вроде бы взял в одном месте, но куда-то бустанулся в другое. Какие-то глюки здесь, наверное, патчить надо игру немножечко. Большое у меня пожелание хитбокс увеличить. У пистолета. А то вроде башка в прицеле. Но толку от этого никакого. Зелоты твои скоро подойдут к концу. Блин, вкачал кучу геля, просто огромное количество геля в перемещение на карачках. И это максимальная скорость, которую я могу развить, черт побери. Это прям обидно-обидно.
что-то там нашел в зале. Он что-то нашел в зале. Гвозди, серьезно. Он сейчас вспыхнет. Да ладно, ты заметил меня. Потухни, пожалуйста. Так. Еще минус зелот. Ну и там в соседней комнате был еще один, который преклонялся там чему-то. Этот самый, да. Прикольно, да? Прикольно он себя ведет. Он бы так и преклонялся, если бы... Ну, как бы я сюда не пришел. Неожиданно. Я просто не заметен. Конечно, мог бы бабахнуть. И вот так его уничтожить. Ну, как бы на это и было рассчитано. Я бы и так его грохнул. А. Вот оно что. Кто там? Что там? Я вроде всех убил, нет? Или еще не всех? Как-то странно. Ну что, он откроет просто мне дверь, и все, мы на этом разойдемся. Нет, дверь он мне не откроет. Но наверняка в задании будет написано что-то вроде... А ничего не написано. Ну, шел я определенно правильно. Где-то здесь должна быть развязка, разгадка, какой-то рычажок, возможно. Может, я как-то могу остановить это пламя, черт побери. Нет? А, вот здесь спуск. Да-да-да, здесь рычаг. Лестницу я просто сразу не заметил. Меня здесь закрыли. Конечно, они меня здесь видят. Но сделать ничего не могут. Потому что это ж я. Нифига их там. Подождите. Было мне жалко, нет разрывного болта. Хреново. А, вот и ёптись. И не надо было, надо было их просто сжечь. Надо было их просто сжечь, но я просто их заморозил. Сделал все да наоборот. Здесь что-то тоже припрятано для нас. Да, пистолетные патроны. Неожиданно.
куда-то он пошел. Заблудился он, что ли? Да, просто они взяли и возникли, ну, из того, что, видимо, здесь осталось. Из этой залы, что ли. Теперь я могу исследовать? Отлично, спасибо. Ну, понятно, здесь ловить-то нечего, насколько я понимаю. Надо вернуться обратно. Возможно, теперь проход открыт. Да нет, закрыто, черт побери. Тогда ж какого хрена надо, вот спрашивается. Так, это я повернуть не могу. Здесь вроде все горят. Здесь мы вроде всех убили. Чисто теоретически вот так вот посмотреть. Да тут вроде замкнутое пространство. Деваться здесь некуда. Может быть, на противоположной стороне есть что-то подобное? Здесь закрыто. Может быть, здесь что-то есть? Да нет, вроде здесь тоже ничего нет. Вот он, рычаг. Как-то я его тоже пропустил. Теперь ворота открыты. И еще парочка ребят. Как они надоели. Мне кажется, Кастильян со мной солидарен. Я бы, конечно, мог не обращать на них внимания, просто пойти по своим делам. Их аж трое. А может быть и больше. Да, может быть их обойти. Почему бы, собственно, и нет? Хрен здесь обойдешь. Они все предусмотрели. Сукины дети. Ух ты, боже мой. Что-то как-то нечестно, я так хочу сказать. Ой, он кидается. Ты что, еще не сдох? Сколько я в него дроби выпустил? Ну давай, давай, иди сюда. Ух ты, он руками закрывается, офигеть. Надо было еще разок закрыться руками, мужик. Ну что, все? Закончились мы? Можно идти выше. За мной двери, конечно, закрыли. Помоги мне собрать лилии миры. Отдай мне силу ядра. Ты звучишь все менее и менее убедительным. Почему все хотят управлять Юнион? Его даже не существует в реальности. Юнион лучше, чем реальность. Юнион — это Мерлюс. Их разум привязан к нему. Управлять Юнионом — значит управлять ими. А управлять ими — значит управлять миром. Если ты считаешь, что я буду помогать психу вроде тебя, управлять психами вроде них, то ты еще больше псих, чем я думал. Ну,
Я вот слежу за этим парнем. Это мало ли что. Что тут у нас, припасы? Писание Теодора, еще один. Сохранится, что ли? Блин, я же мог кофе, наверное, хряпнуть, нет? Предположим, мы сохранились. Ну да-да, залезай. Давай вернемся снова с тобой в этот кошмар. Чё? А, теперь работает, да? Круто. Воу. Здорово, мужик. Да в смысле ты жив? Ловкость моя прокачанная мне не помогает. Жопу себе закинь, блин, придурок. Просто пипец. Столько патронов вообще пустую. Ты все никак не угомонишься. Ты потух или зажегся? Конечно, ты зажегся. Конечно, можно было воспользоваться же опять баллоном. Ух ты, какие люди. Вот этого мужика я вообще не надеялся сейчас, не рассчитывал увидеть.